Блять, ты что, ебанутый, блять? Ну вообще-то нихуя не страшно, слушай. Ну вообще, ну если смотреть на эти картинки, конечно, страшно, блять. Но в принципе, бля, можно отсюда я уйду, блять? Че шо, блять? Бля, ты дура ебаная, заткни рот свой, пожалуйста, блять. Да мне похуй, блять. И не надо тебе меня видеть, блять, ебись меня, блять. Пошла нахуй. О, блядь, мразь, ты чё, блядь? Чё это за хуйня, блядь? Ты кто вообще, блядь? Ебать, ну вот это красиво была сцена, на самом деле. Была такая, знаете, не то, что прям страшная. Как мы называем, что вот это вот, это хоррор ёбаный, да, блядь, у нас с вами? Ну, по большей части. Было не страшно. Охуенно. Это было не страшно, знаете, но очень, но, ну так, пугающе слегка. И довольно-таки, ну, красиво было реально.